golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us glow, cause we're golden. Hey, YouTube, hey, VK, с вами я был Ревва, так немного утихни, я сказал, молодец. В общем, это 4-е видео за день, да, я вот такой охеренный по натуре. Я ребенок, офигенно. Так, я ничего не буду брать, потому что не надо, нехер брать ничего, так. Оп, ты. Нет, что-то есть, да. Ран. О, ран. У нас кто-то лидер, что ли, в команде? Да ладно, я не знал. Ебать, я серьезно не знал. Тут, короче, чувак говорил в голосовой чат, типа, давайте откроем эту секретку. Ну, типа, знаете, когда мы дергаем за 6 рычагов и получаем бурю с ворон. Ну, короче, это отсылка, кто не понял. Ну, короче, думаю, вы поняли. Ну, так вот, все отказались, типа, ну, это по миллион раз открывали. Ну, не знаю, мне на самом деле похуй было. Так, давайте. Я играю за Инжа, поэтому мне нужно сразу найти шестеренки, чтобы хоть что-нибудь сделать. Потому что главная особенность Инжа — это что-то делать. Так, блядь, открой, да открой, сука, открой, молодец. Сюда, не, ничего, все, отлично. Шоколадку пока хавать не буду. Зачем пока хавать шоколадку? Не нужно пока хавать шоколадку. Еще сосед не пришел. Точнее, Михалыч еще не пришел. Так, давайте. Нет, наоборот, возьми. Так, мне еще нужно найти три шестеренки, чтобы вроде как сделать ружье, если я не ошибаюсь. Так, ничего, все зашибись. Все, зашибись. Повезло, что есть регенерация. Хоп. По-любому тут есть где-то ключ. Вот тут по-любому есть ключ. Нету? Серьезно? Ладно. Так. Погнали, ёпта. Побежали как флэш. Меня зовут GL, на бите я рыцарь. Блять, как же это громко-то было! Насколько же, блять, это громко? А-а-а! Клоун! Сука. Ух ты, сука. Бля! Это что, блядь, было? Беги, беги, сука, бери цветок. Вот так, давай, топай ножками своими тупыми, давай. Сука, давай, свинина ты розовая. Давай, блядь, давай. Сука. Давай. Похую, беги, не останавливайся. Оп. За мной бежит? Нет, вроде не бежит. Слава богу, пусть за мной не бежит. Мне не нужен этот... Пеннивайз, нахуй. О-о-о. А, это он так решил отвлекать-то? Скоро мись. А, тут кого-то он убил уже, да? Пошли все нахуй. Идите в очко! Сзади меня! Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Пеннивайз! Хуяк с тебе поебальнику, чё, хорошо? Блять, нет! Фу, ебать, я мощный! Я сам охуел того, что... Я прямо мощный. Здравствуйте. Я Геннадий Горин. Нет, зачем ты фонарик выбросил, дебил? Фонарик бы еще мог пригодиться. На тебе, сучка ебаная. Хоть этот фонарик возьми. Хоть что-то будет. Ебать, я мощный, ребят, я убегаю. Блять. А вот это было нихера не мощно. Блин, черт, камера-то немного откатилась. Мне главное, чтобы он меня не догнал. Вот так поворачивайся. Ага, Джеки... А, стоп, он же мог превратиться, да. Здравствуйте.
ускорялка. О, ебать, ускорялка, спасибо. Ты меня ускорил, ты в курсе? Блять! Вот это меня прям испугало сейчас. Слышь? Может, умнее станешь, получи. Может, умнее станешь. Не, серьезно. Бывает такое. По башке кому не дашь, он сразу умнее становится. Ой, блядь. Запрыгивай. Сука, вот это было хуёво. Не, серьезно, вот это прям было хуёво. Чё, у меня пошёл обходить, что ли? Ладно, неважно, пошли сюда. Бери коробку. Так, идём сюда. Локации дома. Скрытые локации дома. Мне нужно трейлеры делать с таким голосом. Ну, каких-нибудь, не знаю, хоррор-ужастиков. Кстати говоря, как мы будем называть клоуна? Типа, мы назвали призрачного соседа Михалычем, обычного соседа мы называем Петром. А как мы будем называть клоуна? Пеннивайзом? Не, Пеннивайз это какое-то сворованное немного имя, так как Пеннивайз это уже есть, это клоун из романа Стивена Кинга. А как мы будем называть именно этого клоуна, а? Дайте-ка мне идею. Криповенько, ребят. Не, серьезно, криповенько. Атмосфера в Secret Neighbor есть. Это прям я точно говорю. Атмосфера в Secret Neighbor есть. Это офигенно, серьезно. Атмосфера тут такая нехиленькая. Эть, сука, да запрыгни ты. Молодец. Сюда. И все. Слушай, лучше вообще отключись, окей? Ты меня пугаешь. Шестеренка. Тихо, вот так. Нахуй мне это надо? Да ты можешь взять? Все, есть. Две шестеренки у нас есть. Коробку бери. Все, красота. Блять, перепрыгни. Ебать, я подлетел. Нихуя себе ты. Здравствуйте. Я этот... Что, блять? В смысле? Как он меня поймал? Вы видели это тоже или только я видел? Я от него на расстоянии был, в него кинул фонарик. Как он меня поймал? Это странно. Ладно, ребята, думаю, на этом мы с вами закончим. Кстати говоря, пишите в комментариях, как мы можем назвать нашего соседа-клоуна. Будет интересно почитать. Ну, а с вами был я, Ипатрия2, и всем пока. И да, это последнее видео на сегодня. Вот честно, прям каюсь. Это последнее видео по Secret Neighbor, да и в целом на сегодня. Так что, пока.